Всем привет! Вы на канале Тыковка ТВ. И сегодня я буду распаковывать такой шарик. И еще раз поздравляю вас с Новым годом. Давайте же распаковывать его. Вот это мой подарок от Деда Мороза на Новый год. Так, давайте его уже откроем, посмотрим, какая там куколка. Так. Так. Вот подсказка. Тут написано... Sick beat – это с английского переводится вроде как «хорошая музыка». Вроде так. Так, второй слой. Сейчас. Я слышала, что удобнее их снизу открывать слоев. Я слышала, но я это точно не знаю. Так, и вправду удобней. Так... Так, сейчас мы откроем его. Так, вот. Так, это у нас подсказка, что делает кукла. Так, третий слой. Здесь должна быть бутылка. Так, я... Вот знаю, что некоторые куклы меняют цвет. Такие вот. Есть тут даже редкие какие-то куклы. Я вот это узнала недавно. О, у меня новый шарик. Если вы смотрели мое видео, предыдущее про шарик Лол, там у меня был другой цвет шарик. Если вы еще не смотрели, то обязательно посмотрите его. Так. Вау! Какая прикольненькая бутылочка. Красивая. У меня такой... Ой, точно не было. Значит, это новая кукла. Я уже рада. Так, теперь у нас четвертый слой. И здесь, по идее, должны быть эти ботиночки. Интересно. Напишите мне в комментариях, а у вас есть такие куколки? Так... Опа, вот раз. Так, а вот два. Так, сейчас. А слой, где должно быть наряд ее, этой куколки нашей. Сейчас мы вот тут подцепим, вот подцепляется. Так, так, вот. И какой же у нее наряд? Мне уже интересно. Так, давайте же посмотрим. Наверное, у нее какая-то платье или кофточка. Вау! Какая красивая кофточка! И какие штанишки, или что это? Я даже не знаю такого наряда. Вау! Вау! Какая красивая кофточка! Мне эта кофточка нравится. Давайте же посмотрим, какая куколка. Мне так хочется посмотреть. Так, открываем сам шарик. Тут еще аксессуар есть. Давайте сначала откроем куклу. Потому что мне очень интересно посмотреть. Так. Сейчас откроем. Давай, открывайся. Я очень хочу на тебя посмотреть. Вот. Так. Так. О, аж вылетело. Так. И это у нас... Вау, какая миленькая девочка. Вау, какая милая. Я даже такую не видела. Так, сейчас мы посмотрим, какой у нее аксессуар. Мне интересно. Что-то тут маленькое. Интересно, что это? Я таких аксессуаров маленьких не встречала. Наверное, какая-то, не знаю, там, цепочка. Так, и мне попалась вот такая сосочка.
Это ей вот в ротик ее можно вот так, чтобы она ее как сосала. Вот. Давайте оденем ее. Так, сначала штанишки. Так, штанишки надели. Ой, голова отходит. Так, а теперь кофточка. Кофточка. Так, кофточку давай. И вот какая мне попалась куколка. Давайте посмотрим, как ее зовут. Так, вот эта девочка. Вот она. Какая красивая девочка. Мне она нравится. И давайте проверим, что она делает. Сейчас ее искупаем в холодненькой водичке. Так, давайте проверим, что она делает, меняет ли она цвет. Холодная вот вода. Так, она у нас цвет не меняет, а что она делает? Сейчас мы эту скуберем сейчас. Сейчас. Мне кажется, ой, она плюется. Да, она плюется. Эта девочка плюется. Пусть она тут пока что побудет. Сейчас мы вот этими наклеечками отметим, что она делает. Она плюется. Так, сейчас. Плюется. Так. Так, вот. Она у нас плюется. И всем пока! Вы были на канале Тыковка ТВ. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и смотрите мои видео. Всем пока! Пока-пока!